Йоу, чуваки, хомисы, на связи Финн, а.к.а. Финский залив, а.к.а. котлета по-киевски. Мы продолжаем смотреть линчевальную линчугу. Усаживайтесь поудобнее, берите бутербродиксы, бургерсы, кофеёки, чаёки. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Так, значит, камера есть, планшет есть, доска. Правда, блин, на русском. Ни хрена во все оружие Эмоции, просто. соль, Как их в фонарь на самолет пропустили сердечке со всем этим? и МП. А, еще зажигалка в кармане. Да уж, наборчик. Странно, что в аэропорту не возникло никаких Вот вопросов. именно, блин. Так, основная камера. Типа, мне кажется, в реале их просто на осмотре там сказали, типа, мужик, это что за херня? Либо выкладывай, либо разворачивайся и просто шуруй отсюда нахрен. Заряжена. Ноутбук? Зачем? Хотя, Что там может, за клацанье? пригодится. Джон, Сейчас, давай снимай. сейчас, погоди. Бля, Чего сиди там залип-то, деловой. а? Да тут та игруха, помнишь, которую мы ждали? Какая? Battle Teams 2. А, ну. Вышла в открытый бета-тест. Да ну, серьезно, что ли? Серьезно. Рекламе сам. Упаковать в рюкзак. Тот самый дом опять. Я надеюсь, в этой серии хотя бы скриптов не будет. Не, ну ладно, мне пофиг. Я готов. Ты проснись, мы на дежурстве, проснись, тебе говорю. Что ж такое? Это, блин, плохо, Лич. Есть такое. Почему они все... А, ни хрена, типа копы прям перед ними стоят. Ты еще здесь-то, а? Да хрен его знает. Вот фак. Засада, да? Мне подсказывает, что судя по вон той желтой ленте, тут явно что-то произошло. Да, в смысле произошло? Что могло произойти-то, да, а? Что угодно. Нас не было, по сути, не так долго. Не знаю, Джон, не знаю. Но полиция сегодня в мои планы явно не входила. А в мои, блин, типа, входи. Да все, капец. Дома печатали, короче, чтобы не ходили всякие челы, не лазили, не смотрели. Да уж, ситуация, да, блин. Всякие зеваки эти. Что делать? Разворачиваемся? Фига, какой разворачиваемся? Надо камеры да расставить. Или та девчонка мелкая, которая заорала, донесла тут. Чем, блин? Ты же сказал, что видел этого Ну, типа Тошу. Видел. Пацан был похож на него, но не факт, что это да он. Как это Возьми не он, он, посмотри на камеру. И будет еще типа прикольно, если Линч сейчас такой выйдет, и копы такие, о, это же он, держи его, и все нахрен. Все, капец, хрен нам, они страшилка. Линча заберут, повяжут. Там как раз тот Ты момент. Ты же, блин, сам сказал, что он исчез. Ну как исчез? Он типа возле лестницы стоял. Да, но тогда блин. Это все меняет, да. Может попробовать подойти, узнать у них что? Потому что девчонка типа им наводку даст, что это вот он был. А, Линч, дальше-ка ничего, у тебя ничего не пойдет. Да блин, ну я ж не просто же так, там, с переводчиком, не знаю, или на ломаном английском. Стоп, чё? Что? Не, ну они, конечно, такое, блин, беспалевные такие. Про в смысле про кошку? Рядом с Стать прям пацаном. В паре метров от кошка них. Ну, да. И что такого-то? Да то, что я видел эту же кошку Джон, в вашем отеле. В смысле эту же кошку? Да в прямом, Линч. Эта же кошка была, когда я вышел в коридор, а потом она исчезла. Ты уверен, что это была не просто похожая кошка? Да хрен его знает, Линч. Ясно. Но та ведь тоже черная была. А, но в мире же только одна черная кошка, да? Она же пропала, ни хрена, Линч, ни хрена, это та же самая была. Оглянись вокруг, Джон. Что? Мы в Японии. Ладно. Там тут же, блин, любят кошек. И что? Или ты думаешь, что кошка... Да ничего я не думаю. Просто вот в отеле была та же самая ладно, кошка. Ладно, допустим. Только что нам это дает? Ну, может то, что призрак преследует нас, да а, Линч? Как он может нас преследовать, если он, скорее всего, привязан к дому или к какому-то не, предмету? Да не, ни хрена. Ничего не факт. Надеюсь, ничего не брал из дома? Нет, конечно. Точно, Джон? Да точно, блин, Линч, точно. Ну, тогда будем надеяться, что это была просто другая кошка, ага. которая в итоге просто свалила. А стук? Ну... И свет там еще мигал, я же тебе ну, говорил. Мигание света — это обычное дело, а стук... Особенно в нашей ну, работе. Не знаю, может, стучали в соседней комнате, а тебе показалось... Не показалось, что... блин, мне Линч, не показалось. Ладно, все, Джон, все. Диалог зашел в тупик. А... Давай делом займемся. Да давай. Где твоя рация? Вот. А планшет? Здесь. Хорошо. Значит, действуем по плану. Я иду в дом, быстро ставлю камеры, ты на стреме, следишь за камерами с планшета и за копами. Зашевеляться или какая-то дичь начнется в доме, сразу сообщай, я свалю. Может, мне все-таки лучше с тобой пойти? Чувак, обычный призрак, забей. В смысле обычный призрак? Сейчас подснимем материал, а завтра... Завтра у риэлтора узнаем, где останки, сожжем их и будем обычный призрак. Чилить. Зачем вообще снимать-то, а? Просто жить каждый сразу раз останки, опять же нет? С ними сталкиваемся. В смысле? Не судьба? Но надо ж убедиться, что это точно был призрак, а не какой-то соседский ребенок. Соседского ребенка мы уже видели, Линч, она орала как резаная. В округе не один ребенок, а? Да откуда а ты? А еще и МП хочу а, протестить. Понятно, Линч, о безопасности ты вообще не думаешь. Сейчас, Джон, ты моя безопасность, так что следи за планшетом. Ага. Ну все, хорош болтать, давайте. Я понял. Все, я пошел. Рюкзак не Погнал, все, давай. Джон, и побыстрее. Ты давай, не Ножку-то взял? Осторожнее. Или что нам надо? Соль.
Ля. Опять же без палева такой. Заметили. Что да и вообще нормально, там сидят делает. Просто, что-то залипает. И вообще пофиг. Интересно, что случилось? Что за... Чё? Да иду я, блин, иду! Чё ты машешь? Придурок, блин. Может, он показывает там что-то, типа, главное, видел? Чтобы соседи не увидели, как я переложу через этот забор. Ой, блин, сейчас... Полиция прибудет. Они спят, спят, наверное. Девчонка, блин, орущая, нахрен. Так, ну... Минус уши, блин. Никто не заметил. По крайней мере, пока. Да. Так, ну двери по классике закрыты. Чего, блин? О, как? Почему они открыты? Ну, опять это зловещая музыка, да! Эй. Здесь есть кто-нибудь? Усса. Видимо, собака. Я забыла запереть. Когда делала обход днем. Скорее всего. Я не хочу! Ну нет, что ну ж, нет, ну зачем? Это мне на руку. Так, а теперь камера, думаю, первую. Все, пошла возня. Прямо здесь все-таки место значимое. Лестница, с которой упала каяка. Вот только куда ее, блин, поставить? Я уже и так, блин, как-то построил кирпичный завод. Да, прошлой серии. Вот на всю лестницу. Еще один, что ли? Примерно вот сюда. О, блин, переход. Стрёмный. Отличная идея, Линч. Великолепно. А ты что сел-то? Оставить надо с ним меня идти. Сидеть в засаде на голубой, мать его, машине. Просто супер. Тачка крутая, кстати. Нельзя было арендовать машину какого-нибудь нейтрального цвета. Да и попросторнее, мать его. Чё так тесно-то, а? Джон, ты здесь, да ладно, нормально, расцветка. Слышь, да нормально. Что такое? Прием. Я поставил первую камеру. Тебе нормально видно, прием? Ща, погоди, 5 сек. Первую камеру он поставил. А, видно. Нифига, да, они видно. Тут реально подготовились. На лестнице смотрит. Типа этот сидит. Как-то, блин, смотрит крипово. По камерам. Прием. Да, есть такое. Слушай, как думаешь, если я воспользуюсь зажигалкой, зажигалка, чё? У тебя вообще-то ночное видение в камере есть, прием. Да знаю я, просто оно батарейку нехило так садит, а вдруг снимать много. Не знаю, Линч, не знаю. Ну попробуй, блин, свою зажигалку. Если я замечу свечение, то сообщу, прием. А, хорошо, все, давай, я иду дальше, конец связи. А, давай. Батарейку ему жалко, блин. Ну и ракурс. Да не могу эти переходы! Шипящие, блин. Надеюсь, меня, меня не пугает уже. Зажигалкой. Так, камеры у меня всего 4, поэтому думаю... Сраный дом просто. Еще одну здесь. Пошел нахрен. На первом снести этаже. Его, да и все. А остальные две уже наверху. Да. Я думал поставить ее сначала на кухню. Нет, я реально не понимаю, типа... Если, ну, какое-то место окутано там какими-то вот этими тайными загадками, там какими-то криминальными историями там и прочее, ну, типа хайп вокруг, короче, этого дома, да, условно, ну, или какого-то другого, типа, почему его просто под снос, блин, не сделают, типа? Почему не снесут его нахрен? Все, чтобы не ходили всякие зеваки, там, чтобы не было новых всяких каких-то историй о том, что вот, там, челы мы видели, призрак там живет, там, и так далее. Почему просто не снести? Нет, блин, надо вот оставлять, короче, типа, чтобы всякие зеваки туда лазили, чтобы всякие привидения нападали, там, и так далее. Но... Я реально этого никогда не понимал. Вот это вот черная штуковина. Не, ну, с другой стороны, как бы, можно найти этому, наверное, объяснение, то, что... Плюс контент от Линча, от того же, да, и прочих типов, которые лазят по заброшкам. Да, скорее всего, это просто плесень, но что-то внутри мне говорит о том, что здесь не все так просто. Нет, это не просто. Поэтому, думаю, камеру стоит... Какой-нибудь мутаген разлитый. Иди-ка сюда. Должен быть неплохой охват. Да. Хотя нет, чуть подальше. Ага. Так, ну вроде смотрят куда нужно. Отлично. Блин, тут же типы лазят всякие, да? Как в прошлой серии. Вдруг еще камеру стырят. Камеры-то дорогие, наверное. Джон, еще одну камеру установил. Подтверди, прием. А, вижу.
смотрит на ту черную хрень. Отлично, значит, все работает. Джон, а как призрак там из него, полиция, походу, вылазит? Прием. Из этой хрени. Как, сидят гады. Пока все спокойно. Потому что нет, ладно. Понял тебя, Джон. Я сейчас пойду наверх, буду ставить камеры там. Конец связи. Ой. Блин, наверх идет. Со второго этажа, я думаю, одну там это гадость. Точно поставить ванную, а вторую... Ёб твою собака, ты господи, я того все, а! Так, тихо. Я твой рот, наоборот, шатал трубу. Работает. Зашкаливает, блин. Чёрт, это... Что ты палишь, что ты зыришь, дурак? Спрячься нахрен. Языке-то с ним говорить-то, а? Тошо, ты... Понимаешь меня? Ты бы отделся хоть для приличия, блин. Что за нахрен? Руханнах бегаешь. Еще зашкаливает. Дебил. О, ебать! Бля! Нахуй ты делаешь, блядь? Куда он делся? Что за нахрен это было? Что за... Я, блядь, тоже орать умею, как бы, да, нахуй ты это делаешь, дебил, блядь. А, ты что-то орёшь так, дура, просто, пиздец. Чуть сердце вправо не ушло. Нехило он мне так по голове настучал-то, а? Так, рация. Рация. Джон, не ходил больше сюда. Джон, прием, слышишь меня? Ответь, прием. Да, что там, прием? Ты, мать его, это видел, прием? Что видел, прием? Ты серьезно, блин, на меня только что призрак напал. Первая камера, прием. Накопов. Нормально. Смотрел, серьезно. Джон, я тебя там нахрена посадил, блин, прием. Так это был призрак, прием. Да, Джон, это был призрак. Сначала МПС работало, потом он надавал мне по голове, а потом исчез, прием. Ну так все, убедились, что призрак. Вали оттуда, прием. Сейчас я еще две камеры быстренько поставлю и выхожу. Все, конец связи. О, блин, лютый тип просто отмороженный. Прыгает на Линча. Иди за камерами. Призраку явно не нравится, что я здесь. Все, давай, конец связи. Блин, ну как знаешь, пока. Так, ну что ж. Ничего страшного, Линч. Обычно. Что он делал-то? Единственное, что... Думаю, надо соль держать под рукой. А, и чтоб кинуть ему в рожу, наверное. Все-таки. Чтоб он промахнулся, когда прыгал. Ну ничего, к завтрашнему дню подготовлюсь. Так, я надеюсь, тут никто не принимает ванную. Вроде никого. Ну, он там. На месте. Так, камера. Вон там, падла, не тонет. Думаю, вот здесь вот будет неплохо смотреться. Давай-ка иди сюда. Наверное, при жизни тренил. Что-то мне подсказывает, что если пацан... Задерживаешь дыхание под водой. ...начинает свои путешествия по дому, то, скорее всего, начинает он их отсюда. А перед зеркалом. Точнее, из этой ванной. Да. Так, проверка. Джон, прием, еще одна камера установлена. Как обстановка, прием. В толчок что смыть за... его. Джон, просто этого паразита поймать. Прием. Да, что такое, прием? Я говорю, еще одна камера установлена. Как там у тебя обстановка, прием? А, вижу. Ванна. Обстановка спокойная. Прием. Обстановка по кайфу, ежи. Слушай, Калу... Джон. Бегать. Как думаешь, где еще установить Звездюк? Камеру? В спальне родителей или, может быть, в детской, прием? В детской? Где там детская? Это прием. Так это та комната, которая напротив спальни с балконом, слева которая, прием. Та, которая с балконом, прием? Да нет, Джон, та, которая напротив, прием. Из чего ты взял, что тут она прием. Детская, прием? Прием, ну, прием. Тут такой светильник на потолке висит, вроде как детский, прием. Да, ладно, так и сделаю. Конец связи. Давай, конец связи. Блин. Конец связи, прием. Надеюсь, полиция не прослушивает нашу частоту, а то будет забавно. Хотя вряд ли они нас поймут. По факту. Думают, что русские шпионы у них здесь в Токио. Так, ну... О, суету наведут. Куда ее ставить? Какой объект здесь интересный? Шкаф. По сути, никакого. В целом, можно попытаться охватить всю комнату и, может быть, коридор. Да в уголок и на шкаф. Хотя так, по сути, я ничего не хватаю. Да, наверное, придется ставить с этой стороны, чтобы хотя бы комната была полностью охвачена. Да, в целом. Ну, линчевали, не тупи, давай. Вообще. Хорош. Это место мне не особо интересно. Ну что ж, теперь можно идти. Ни хрена, блядь! Черт возьми, да хватит, блин!
Пацану явно не нравится, что я здесь. Он поиграть хочет. Он хочет меня напугать. Дуболом. И скажу честно, у него это получается. Ну что ж, я не против. В принципе, камера расставлена. Собака малой, ночь. Он не спит. Где родители? Типа, куда они смотрят? Можно и сваливать. Ребенок не спит, бегает. Я бы заглянул еще на чердак, потому что... Что-то мне подсказывает. Да иди там... твое. Что-то есть. Ну сядь ты, я не знаю, типа, дай ему мобилку, Линч. Что-то есть. В Бравл там поиграть, я... не знаю, в Роблокс, во что там вычитал, обычно играют. Вот, перед выходом, что... Типа, не будет бегать, уснет там, не знаю. Спрятал тело каяка именно там, наверху. В мусорных пакетах. Тогда его удастся там поймать, не знаю. Возможно, конечно, это неправда, но я бы однозначно проверил. Тяжелое детство у чела, блин, мобила нема. Мне туда попасть? Может, вот стоит подождать завтрашнего визита сюда с риэлтором? Он наверняка все знает об этом доме. Потому что, по-хорошему, камеру нужно ставить там, на чердаке, а не в детской. А ку-ку, ёпта, он справа. Мне кажется, должна Помните? Быть какая-то такая, знаете, специальная палка с крючком, чтобы зацепиться за эту дверцу и... Чердак. На малого попроси, он паркурщик от бога. Ну и лестница, соответственно. Или она выйдет вместе с открытием чердака, знаете, как в фильмах. О, кстати, крутая штука. Мне подсказывает, что и лестница, и палка могут быть в подвале. А, то есть он сейчас туда пойдет, да? В подвал не лучшая идея, но... Призрак не особо агрессивен, так что... То есть это была шутка, да? Прием. Слушай, окей, я хочу я спуститься понял. В подвал. Думаю, я смогу там найти... То есть, ну, типа, вот это вот прыжок, типа, это так? Не опасен. И типа. Лестницу окей. Для чердака, и таким образом попасть наверх. Что думаешь, прием? Не, ну ладно, если сравнивать реально с домовым, который там душил, да, условно, то это реально еще фигня. Ну чё, уснул там, что ли, блин? Джон, как слышно меня, прием. Не, ну ладно, домой просто был здоровый, типа, этот мелкая хрень, и как бы, ну, его шатать там, и все. Прием. Ну, зашибись. Прием, прием. Вот 100% он дрыхнет. Что ж, по-любому. Блин, а может, у полицаи повязали? Слушай, ну, тебе придется потерпеть меня еще немного. Потому что просто так я отсюда не уйду. Главное только, чтобы эта дверь была открытой. Да ладно. Серьезно, что ли? Везет мне сегодня на открытой двери. Хотя, может, это и не... Так просто не уйдет. Вот он и пытается его изгнать нахрен, чтобы он сюда не ходил. Потому что родаки, походу, свалили, да? И мелкий не спит. Типа у него тут ночная пати, блин. А вот Линч какой-то пришел. Смотрите-ка. Ходит, что-то броет, мешает. Люблю. Лестница в черное никуда. Это что? Выключатель? Ну-ка. Да ну, еще и свет есть. Сегодня прям праздник какой-то. Ну, в такой подвал грех не спуститься. Выглядит это, конечно, все равно все не очень. Линчи подвал и любовь навеки. С крючком. И лестница. Что это такое? Так мое мнение не учитывается, серьезно, правда. Я вот не любитель. Блин, только не это. Ну и как, по-вашему, мне здесь... Нормально. Передвигаться. Блин, в чем прикол, типа, классические звуки из Майнкрафта сюда добавили? Не, ну ладно, да, Рафланом. Я надеюсь, он его там, ну, не на совсем закрыл. Фига открыто. Опа. Линч. Линч, ты где? Ты чего по рации не отвечаешь, Линч? Че за нафиг? О, как. Жутко. Как он здесь, блин? Вот это поворотик. Линч, ты наверху, блин. Это не смешно. Там двери в шкаф пойдет, открылись. Да? И этот пацан сидел с котом. Я тебе по рации говорил, Линч. Чё не отзываешься? Блин. Рация ненадежная штука, оказывается. Ты говоришь, что... Похоже, придется идти наверх.
Да ну нет, ну подвал, чел. Ладно. Я поднимаюсь, Линч. Слышишь, поднимаюсь. Блин, он в подвале, он не слышит, что Джон пришел. Как же, блин, хреново. О, ни хрена. Фонарик. Ну ни черта же, блин, не видно. Ну что за... Что это, Xiaomi за 6 тысяч? Ладно. Ладно. Линч. Это я, Джон. Линч, отзовись, мать твою. Хватит придуриваться, я знаю, что ты... Вот это поворот. На чердак полез, да? И чё ты там забыл? Чё мне не сказал, что на чердак полезешь? Слушай, Линч, если ты меня троллишь, то это нифига не смешно. Вот вообще ни разу, Линч. Блин. Если ты хочешь, чтобы я... Не, ну это реально как в фильме «Один дома», где малой, типа, ловушки всякие расстанавливает для этих, для грабителей. Так и тут просто звездюк этот, блин, ловушки всякие делает для тебя. Лез, я сейчас залезу! Линч! Ну, гад, я лезу, слышишь? Лезу, блин. Линч, где ты, засранец? От меня, блин! Давай, не спрячешься. Я знаю, что ты здесь. Там внизу пацан чудит. Он шкаф... Блин, выглядят вот эти все движения анимации классно. Фу, сидит и кота гладит, слышишь, Линч? По-моему, это ненормально, а? Что думаешь? Чёрт, как же здесь... Нет его. А? Ну и где ты? Нахрен ты прячешься-то, а? Не смешно, Линч? А никто не смеется, да, я на очки вообще сижу. Хочешь поиграть? Давай поиграем. Только когда я тебя найду, я тебе, блин, жопу надеру. Слышишь, Линч? Я серьезно. Тебе мало не покажется, блин. Что это за ветряк был слева? Что за... Микромельниц. Я ж надеюсь... Я ж надеюсь, ты не додумался спрятаться в коробке. Или в пакете. Или под столом каким. Твою же мать. Наивность так и прёт. Что-то мне подсказывает, что я сам с собой разговариваю. И фактишь. Здесь нет. Ну уже давай, мать твою. Еще немного. Чего? Нифига, бля. Не дотянуться. А что, просто не наступить? Далеко. Ладно, что ж. Придется, видимо, замочить таки ноги. А, там типа вода. Я не сахарный, не растаю. Палка вроде как не сильно. Черт возьми, какая же она, блин, ледяная. Хрена, внутри по колено, блин, вода. Есть. То, что нужно. Ой, прям палка та, что надо. Вроде дотянется до чердака. Да. Это что? Что это плавает? Газета. Газета, что ли? Похоже на то. Так, ну-ка, постой-ка здесь. Может быть, что-нибудь интересное-то, а? Да, вся мокрая. А, ну это походу вот... Да, блин, не видно. Та сама газета с новостями с ними. А, все на японском. Еще и... Фото. По картинке все понятно. Какая-то семья. Это тот самый звездюк. Погодите, стоп, а... Не может ли это быть... Та самая семья, ведь это все... Малой плавает. Это тоже? Точно, блин, он. Чем ему ванна не понравилась-то, ё-моё? Или он пытается мне что-то сказать. Или показать. Ну ладно. Идти у призрака на поводу такой себе, конечно. Но вроде он не сильно не под... так уж и... За чем? Эй, парень. И что он хотел этим сказать? Куда он, блин, делся? То, что надо вниз. Хотя куда там? Блядь! Ну, на-на-на-на-на! Ара-та-та! Здесь меня, слышишь, здесь меня! Я понял? Я все понял. Ты ничего не хочешь мне говорить. Ты хочешь, чтобы я ушел отсюда. Я, в принципе, и... Что за черт? Меня заперли, что ли? Эй, какого хрена? Ну, открой! Ну все. Один в подвале, другой на чердаке, нормально. Слышите, я здесь!
Какого черта здесь? Откройте! Быстрее откройте меня! Джон! Джон, ты там! Джон! Интересно, что в этом сундуке... Почему он мяукал, типа, или что это он делал? Такие. Звук как... Тоша. Тот кот. Так же, блин, звали того пацана. Вот за Джоном приятнее наблюдать, потому что вот этих вот звуков, блин, нету никаких пугающих. А вот за Линчом просто, как только стоит на него внимание перевести, так сразу начинается шорохи, вот эти вот зловещая музычка. А у Джона все тихо, спокойно, вообще нормально. Что-то мне подсказывает, что лучше туда пока не лазить. А? Че за стук? О! Снизу? Давай, давай, погнал, погнал! Может быть, может Линч? А может копы? Черт. Блин. Да ни хрена, давай, Джон. Это нет. Ладно. Осторожно. Давай, let's go. Чего это? Что это, блядь? Ты кто, мой твой? Да на меня кричит, слышишь ты? Блядь! Я хочу. Не ори, только не ори. Фу. Я того всего просто. О. Чего? Опа, копы, походу, подъехали. Что за звук машины был? И пропала гадость, да, ты сори. Это уже другой, походу, призрак был. Уф. Мне после вот этих вот серий, мне нужен срочно, я не знаю, еще отдых. Еще на полгода нахрен пропадать. Что за сериал такой? Я-то все реально, пацан, трэш. Что за серик, блин? Ё-моё, блин. Предыдущий по сравнению, ну, типа, был вообще, ну, не такой страшный, как бы. Мне тут больше нравился. Можно всегда, блин, такие делать. Не стрёмные сериалы, а не вот это вот все, господи. Ладно, чуваки. Эта серия, по-моему, показалась пожёстче. Тут, ну, в плане тут побольше всяких пугающих элементов было. Так что, ну, как бы, еще плюс один кирпичный завод, как минимум. Вот. Если следующая серия будет еще жестче, чем эта, то, ну, мне кажется, там уже все. Там как бы, ну... Канал closed, меня больше не ждите. Короче, чуваки, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него находится в описании. Там вы можете узнавать о новых роликах, да и в принципе, блин, там весело, чуваки. Ну а с вами был Финн, всем пока!